もう1万入ってました。おお。Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Посылка 20 килограмм. Представьте, 20 килограмм. Еще большие посылки, по-моему, у меня еще нет. Пришла она немножко разорвана. И ты прибег. В общем, начинаем. Посылку прислала Екатерина из, короче, города Эстонии. Это Эстония. А, это страна Эстонии. В общем, тут что-то огромное. Я так понял, это модист кокет. Модист кокет. Капец, я так тащил эту посылку. О, боже мой, гляньте, какой свитер красивый. О, мама дорогая, я как раз думал идти свитера покупать. Вот так, свой свитер отдав, а бачите, мне прислали. Такой красивый свитерок. Сейчас я быстро померяю. А тебе нема, дурачок? Боже, спасибо огромное, какой свитер. Ой, он такой вкусный. Хорошая характеристика. Глянь, такой свитерок. Короче, я не знаю, как этот воротник носить. Типа вот так. Ой, глянь, как красиво, капец. Я правда... Что ты лезешь? Ой, впереди батька, впереди паровоза бежишь. Глянь, такой свитерочек. Вот такой, очень красивый. Боже, спасибо огромное. А это... А, это мне хоть, то я сейчас, знаете... Это печеньки, вот такие. Пипар кокин. Гляньте, вот такие пипар кокин. Это такие печеньки красивые. Так, что ты, пипар кокин? Дальше, дивиться. О, боже, Александру Сергееву прислали. Мама дорогая. Боже мой. Я потом покажу и отдам Саше обязательно. Это Александру Сергееву, это мой партнер Сашка Сергеев. Мы с ним очень часто выступаем вместе. Спасибо огромное, обязательно, с огромным удовольствием передам. Так, дальше. Это Света... Какое стекло вылетело. Что-то расхекалось, кусочек стекла. Гляньте, падли, что-то разбили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это Светочки гримеру написано. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут что-то такое интересное, не лезь. Так, это Свете гримеру. Это я все по пакетикам. Это Лене отдел кадров. Боже, Катя, ты... Ты свята любина. А что ж это за стекло расхекано? Обязательно. Это Лене с отдела кадров. Все передам и отдельным видео сниму, покажу. Подожми. Это сушеная клюква. С морковкой и капустой. Салат. Ого. Какие клюквы. Куда ты едешь? Клюква. Вот уже стафилокок. Бродячий. Гляньте, это сушеная клюква. Не, как клюква. А, вот клюква сушеная. Вот это сушеная клюква. Тома, я тебя сейчас засушу. Это паперкок. Печенье, рождественское печенье. Паперкок. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот такие конфетки. Называется Магусат Мандит. Мандлит. Вот это, короче, папу Рпольки Полит. Это такой типа Дед Мороз. Санта-Клаус медведя держит на руках. Что из него хочет. Вот, потом вот такие Таллин. Таллин. А, это столица Эстонии. Вот такой город, знаете, есть. Вот это вот сушеная клюква. Гляньте, как она выглядит, вот такая. И вот эти вот печенья Победат Пи... Крокинг. Вот такие. Спасибо. Тут такие конфетки. Кис-кис. Кис-кис-кис. Так, ой, боже, сколько всего. 20 килограмм посылка. Вы что? Это Насти и Сириусу. Боже мой. Боже, Настя и Сириус. Я с вами встречусь, тоже сниму это видео, отдам обязательно. Я не покажу, что тут. Ай, будет сюрприз. Томас, что ты такой захватчик? Это Леся и Максиму. Ай, хой, все бендеровцы. И хоть все бендеровцы будут такими.
Отут, короче, подарки для Леси и для Максима. Спасибо огромное. Тоже обязательно передам. Знаешь, сколько подарков мне только отдать надо. Дожми. Это не знаю, не подписано. Это сушеная камбала. О! Мама дорога. И сушеная корюшка. Я вам сейчас покажу камбалу. Гляньте, какая камбала. Гляньте, какая камбала сушеная. Фиш это рыба, кто не знал. Сейчас я ее раздорву и покажу вам камбалу. Я такую еще не бачу, дивиться. Нифига себе рыбка. Что ты кончаешься? И? Камбалку хочешь? Камбалку хочешь? Хе-хе-хе, рыбка пахнет. Пахнет рыбка. Хе-хе. Конечно. Губа не дура твоя, да? Камбалку. Так, это сейчас я прочитаю кому. Задолго до изобретения костлей, мюсли, эстонцы практиковали такую еду. Мука, кама, смесь трех зерновых и гороха. Две ложки на стакан кефира или молока популярна и сейчас. Попробуй отменный завтрак. Вот это кама. Вот это кама. Понятно? Это вот то, что есть вместо завтрака. Так. Ой, класс. Вообще, гляньте, такой котик. Это город Таллин написано. Гляньте, какая красота. В Таллине очень любят кошек. Много сувениров с их изображением. Считается, что кошки спасли город от чумы при его осаде. Вот так, кошки от чумы спасли город Таллина, чтобы ты знал. Вот тут такая кошка с изображением Таллина. Вот эти дома и кошка на доме сидит. Это янтарь. Очень-очень красивая. Вот такая вот подвесная штучка. А это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Розхекали. От собаки горбати. Ой-ой-ой. А, не, не раскрепка. Гляньте, какая красивая кошка. Боже, такой колокольчик. Представляете, какая прелесть. Это таллинская кошечка. Это была таллинская кошечка. Вот такая. Теперь. Вот такой пакет с надписью. Алексею, может, он когда-нибудь почитает нам свое. Я не буду показывать, что тут. Ой, вообще супер. Это супер просто. Я все передам. Все подарки в одно видео сложу и сделаю два видео. Одно себе. Боже, Валентине Ивановной, народной артистке и хулиганке. Боже мой, люди добрые. Вот есть такие люди на свете. Вы говорите, что я добрый. Вот Катя добра. Это, по-моему, модистка Кэт. 20 килограмм приперла. Так, чтоб ничего я не потерял. Потому что я сейчас перекручу, потом буду мучаться. Это ничего не написано кому. Значит, мини. Если вдруг что не так, вы мне не кажите, я все исправлю. Короче, вот такие конфеты. Опять вот эти папи королкини. Это папаркок. Рождественское печенье в шоколаде. Я сейчас рот возьму. Вкусно. Там нет. Потом вот такие мальчик на санках и вот такие конфетки. Смотрите, вот такие конфетки. Бачите? И вот тут мальчик с девочкой летят на санках, он рукой кому-то машет. Вот. Так, а ты мальчик на санках, сюда лезешь. Ой, сколько всего, мама дорогая. Рождественские пуговички.
Это такие пуговички рождественские. Потом. Цей кувелдик марципановая паста. Можешь злепить, как и хочешь, кошки. Кольоровая паста. Взагалі может творчість проявить, або просто з'їсти. Ох, ничего себе, гляньте. Это вот такая типа мастики, понимаете? То есть можно что угодно из нее лепить. Я плохо леплю, я просто сниму. Так. А это свитерок, гляньте, этой. Мама дорогая, сейчас один и другой. Ой. Мне так цей свитер понравился, обалденный вот этот свитер. Я завтра в нем и поеду. Я просто уезжаю в Киев, это видео выйдет завтра, я уже в Киеве. Это день, и вечером я вернусь. Ой, спасибо за свитерок. Сейчас вот этот померяю. А гляньте, какое качество хорошее. Эстония? Что сделаешь? Подивіться на мене. Я не знаю, як вам цей свитерок. По-моєму, дуже красивий, гляньте. І рукава такі красиві, длинні. Взагалі, в'язка інтересна. Ось таким узорчиком. Ой, взагалі, яка посилка огромна. Так. Мама дорогая, гляньте. Рукавицы. Я только думал куплять рукавички. Гляньте, какие рукавички. О, гляньте, с пальцами такими. Что ты, рыжий кот? Рыжий котёра. Ох ты, бандюга. Тоже хочешь? Хочешь ехать в это? В Европу. Боже, гляньте, какой свитер шикарный. С елками и оленями изображением. Вот тут олени на молнии. Вот такая пуговичка расстегивается. Сейчас я его поменяю. Ой, это у меня гардероб теперь будет. Сколько свитеров, мама дорогая. Это все надо не засрать. Гляньте на меня. Який свитер красивий. Дивіться, отут такий з воротничком, так застегується. Взагалі, яка прелість. І рукава є. Ой, взагалі, спасибо огромне. Свитера просто чудесні. Я не знаю, наскільки качество хороше. Що ти там живеш? Ой, щось зразу вийде. Ай-яй-яй-яй-яй. Падла, Christmas Market, Tallinn 2016-2017, handmade. Разбилось, тут было сердечко кружевное. Все, расхекалось. Это конфетки. Ну ничего, я его поим все равно. Так. Это Ани мандричихи. Боже мой, мандричиха. Капец. О, боже мой, все, обязательно. Вот это представляете, сколько видео надо снять. Со всеми встретиться, все это отснять. В общем, капец, спасибо огромное, это Ани мандричихи. Тут такие свитера красивые, я показывать сам лазать не буду. Я все передам, это Ани мандричихи, это зрительница у меня есть. Это, если я не ошибаюсь, вот она мне делала вот эти конверты, где у меня висят письма. И делала лебедей вот эта девочка, это она мандричиха. Так. С новыми наилучшими пожеланиями. С Новым годом. Это кому? Светлане и Игорю Тишковым за добрые сердца. Люди добрые, это капец. Тут и шапочка, и конфетки, и все-все передам. Ой, люди, капец. Так. Вашей подруге Анне, она же Грета Гарбо, это Анне Логачевой. Что мы вот это по магазину ходили. Обязательно передам. Спасибо огромное. Боже, вы никого не забудете. Все вообще. Дальше. Вот это смотрите. Это Левико Лекуэр. Это ликер. Знаете, такая как шампунь. Может шампунь? Месмасикас. Короче, какая-то клубничка. Вот такая клубничка, дивиться. Вот. Это, я так понимаю, ликер.
Вот я так понимаю, вот это ликер. Смотрите, какой. Вот такой. Вот. Это эстонский. Бачите, это Эстония тут нарисована. Так, что тут? Отребье. Стафилококк. А ну иди сюда. Вот это бидорочку. Побег на разборки. Эх ты, мордяка. Это Томасу подарок, спасибо огромное. Так. Это, короче... О, это сыр. Какой-то польский сыр, гляньте. Эстонский копченый сыр Ольха и сыр Апалют. Пармезана. Местного производства. Он мягче... Мне не экспертом. Да, это мягче пармезан, я уже чувствую. И вот два вида вот таких сыров, гляньте. Это вот пармезан, вот который мягкий. Он действительно пармезан дубовый. Этот мягкий, вот даже при надавливании немножко мягче, бачите? Вот оно давится вот так. Это пармезан. Вот такой. Дальше идет вот такой сыр. Вот какой-то эстонский или что. Тут девочка, это в эстонском наряде. Она такая при марафете, желтого цвета. Вот, такие сыры. Спасибо огромное. Так. Что тут дальше? Ой, водись, как я. Ты дала жару, конечно. А что ж за стеколушка разбита? О! Это есть можно или что это? Это, по-моему, есть можно конфетки какие-то или что, или нет. Какие-то свинки эстонские, короче, в эстонских нарядах. Оно немножко бисер посыпался. Но, в принципе, нормально. Ой, это вообще... А тут что? Ой, мама дорогая, гляньте. О! Колбаски с орехами. Я таких даже не бачив. Колбаски с орехами вот такие. Ну, сейчас я попробую. Ой, падло, зубы не работают. Ну, дай одну колбаску только, Томас. На, будешь кусочек? Маленький, на. Не хочет. На. Обалденье. Так, дальше. Гляньте, колбаса из лосося. Мама дорогая, гляньте. Из лосося колбаса. Я первый раз бачу. Дивитека. Вот такая колбаска из лосося. Отлично просто. Я такого не видел, честно. Что это такое? Странно. Так. Дальше, дивиться. Ой, мама, я такого не ем никогда. Я боюсь, конечно, их есть. Это свинячьи ушки копченые. И свинячьи уши порезанные, гляньте, меленько. Подкоптили и свинячьи уши продают. Я никогда такого не ел, честно. Вот, ну попробую обязательно. Дальше идет такая колбаса. Москва. Вот колбаса Москва. Тут сидят русские женщины с мужчиной за столом. Вот. Колбаса, это московская из Эстонии. Это троллинг. Как это троллинг понять? Троллинг. Трайлинг. Что это за слово? Тут тоже мужчина.
наколотый с колбаской стоит. Дальше. Иде. Вот такая баночка. Брусничное варенье. Его используют как соус к мясу. Оцени как эксперт. Брусничное варенье. Представляете, какой вкус? Так. Дальше. Тут идут такие вот полотенечка. Сейчас, подождите. Варенье я показав, как эксперт. Так, тут еще что-то. Тут есть консервы. Так. Знаменитая таллинская килька. Приятного посола. Бутерброды из кильки даже на президентском фуршете обязательно. Правительский эстонский бутерброд на черный хлеб. Немного сливочного масла, килька, кусочек вареного яйца и посыпать зеленым луком. Килька, гляньте, как из Прибалтики. Вот. Прибалтийская килька. Вот такая красивая. Это самое. Вот тут пряного посола. Вот это. А здесь изображен город. Сам Рига. Вот. А там что сидит? А там что сидит? Морда такая. Спасибо огромное. Нема слов. Пакетики вот такие, гляньте. С изображением Таллина. Вайвалин, ваналина, паёк. Самвелу. Спасибо огромное. Я не пойму, а где письмо, а? Надеюсь, капец. Где мне письмо? Нема письма. Ага. Ага. Сбоку приклеено на конверте. Ага. А я нашёл. А ну вылазь, модист. Боже, спасибо вам огромное. Мама дорогая, тут письмо. А шо ж це за стекло было? Шо вони хекнули? Такая красивая, это снегирь сидит. Короче, какая-то птичка на елочке. Здравствуй, Самвел. Привет из Таллина, столицы маленькой балтийской страны Эстонии, которая по населению на треть больше вашего Днепропетровска. Отправить посылку сподвигло желание помочь выбором зимней одежды. Хочется, чтобы ты выглядел достойно и не было, и было тебе тепло. Надеюсь, тебе понравится и подойдет. Очень понравилось, очень подошло. Самвел, ты замечательный, никогда не сомневайся в этом. Вот, ну что ты робишь, Томас? Ну ты такой бесстыжий. Ну что ты за хайван? Чисто здрасте. Посыл твоего канала прекрасен. Все люди во всем мире одинаковы и объединяет их простые и понятные вещи. Любовь к близким и ближним. Любовь к животным, к искусству, хорошая и вкусная идея, доброта, милосердие, юмор. Представляете, как написано? Все то, что объединяет, как писал кто-то из зрителей, Вавилонскую башню твоих подписчиков. Поздравляю тебя с наступающим рождественскими и новогодними праздниками. Боюсь, позже не будет времени, так как у вас сказки, а у нас ярмарки. Мене сказки накрылись медной корытом. Желаю в первую очередь возвращения голосу. Спасибо огромное. Будь счастлив, здоровый, любим. Пусть удача сопутствует всем твоим начинаниям и ведет тебя прямыми дорогами. Самвел, просьба поработать немного Дедом Морозом и передать подарки своим друзьям с благодарностью за компанию. Я получила массу удовольствия и праздничного настроения, собираются посылки. Надеюсь, оно передастся и всем вам. Береги себя. С уважением, Катерина. Самодистка Кэт мне прислала. Катя, спасибо тебе огромное. Мне, знаешь, нет слов. Я тебе тоже желаю новогоднего хорошего настроения. Настроения на следующий год весь. На окончание этого года. И вообще, чтобы у тебя все-все было хорошо в жизни. Я считаю, что такие люди с огромным сердцем, просто когда могут так, не зашел. В принципе, я ничего такого не делал. Знаешь, что ты кончаешься? Что ты? А, ты рыбу хочешь сожрать? А я что буду есть? А это Анни. Грети Гарбо. Чего ты рыбу ешь? В общем, Катя, спасибо огромное. Дай Бог тебе здоровья, твоей семье. Удачи тебе во всем. Если что-то может быть от меня, как что-то тебе захочется вот с Украины, я с удовольствием тебе отправлю. Особенно этого кота. Посылки пришлю. В общем, спасибо тебе огромное. Дай Бог тебе всего-всего самого хорошего. Все обязательно передам всем адресатам их подарки. Сниму видео. В общем, спасибо огромное, нет слов, что ты никого не забыла, всех-всех, всем передали посылки, подарки. Такие перчаточки хорошие, о, вообще. Ой, такие вещи, знаешь, вот
такие хорошие какие-то добрые вещи, вот они какие-то настоящие такие, знаете, не синтетика вот это, а что-то такое качественное прям чувствуется. Вот этот свитерок какой чудный, вообще замечательный. И вот этот свитер, и вот этот, что на мне. Знаете, у меня 3 свитера буду таскать. Куда ты за рыбой? Ах ты, кстати, лохок. А ну иди отсюда. Вот такая стеколышка выпала. К чему бы это? Что это значит? Не могу понять. В общем, все, мои хорошие, мои любимые, спасибо вам огромное. Спасибо за все-все подарки, за все угощения, за колбаску. Колбаска падла вкусно. Ага. Ага. Куда видишь, а? Ой, сколько нового все, трется, как дурачок. А? Гляньте, сколько всего, мама дорогая. Так это то, что мне, а то, что вот мне надо передать, это вообще, конечно, спасибо огромное. Нет слов. Дивиться. Вот. Пакет Леси и Максиму. Это передать. Пакет Алексею, может, он когда-нибудь почитает нам свое. Надо передать. Анне Мандричихе. Надо передать. Насте и Сириусу тоже надо передать. Дальше идет Светлане и Игорю Тишковым за их добрые сердца. Тоже надо передать. Потом Валентине Ивановне, народной артистке и хулиганке, тоже надо передать. Лене отдел кадров передать. Свете Гринору передать. Александру Сергееву передать. Это Анне тоже передать. Смотрите, сколько мне надо отдать вот это все. Вот эти все подарки надо отнести. Что ты, ад, ты бесстыжий, ад? Який? Ну, это вообще. Если вдруг я что-то тут себе прикарманил, не понял, что, так вы скажите, если что, я отдам. В общем, все, Катя, спасибо тебе огромное. Дай Бог тебе всего самого хорошего. Исполнение всех желаний в новом году. И всем зрителям спасибо вам за просмотр. Ну ты свиня! Тебе камбала трогала? Ты ее сушив? Ну, Томас, ну нельзя тебе рыбу. Ну ты понимаешь по-русски, чи не? По-эстонски сказать. Ах ты, ковелдик ты рыжий, а? Ах ты, ковелдик рыжий, а? Вообще, посылка, конечно, огромадная. 20 с чем-то килограмм вот это я притащил. Все, всем пока, спасибо большое. Спасибо, Катюха, тебе огромное. Не знаю, что подарить любимому Томасу. Строгий батька никакую еду не приемлет. Пусть у Томаса будут новые нарядные рождественские полотенца для восседания на столе. И вот эти замечательные, красивые полотенца для того, чтобы Томас сидел на столике. Супер, вот такие красивые. И тут же идут шоколадки. Вот такие Дедушка Мороз целует оленя. С брусничным мармеладом. И еще белый шоколад со вкусом печеного яблока, изюма, орехов. На гитаре Дед Мороз играет. Вот. Ну вот это все я показал. Вот эти вот клюквы все на свете. Прибег на свои полотенечко сразу лапками. Ага. В общем, спасибо огромное за все. Это вот эта штука, что на завтрак кама. Разводить злаки. Вот. Печенье. В общем, все. Все вроде я показал. Если вдруг что. Колокольчик. Вот это вот раздавлена жалко штучка. Все. Пармезан. Все. Спасибо огромное.